Нессер Барбарос. Давайте я вам расскажу про этот вид. Их ареалы обитания, Пиренейский полуостров, это Испания, Португалия, юг Франции и запад Италии. Лигурия и по Тиренскому морю до Сицилии. Также они присутствуют в Северной Африке, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия. Те, что сейчас вы видите, это с Испании. Мессеры в основном в Европу всю поставляют французские мессеры, которые с юга Франции. Но в Испании там свои законы, они не могут выслать больше двух королев. То те, что и в России сейчас, и в других странах, европейских магазинах, то все они с юга Франции. Вид спокойный, не агрессивный. Королева примерно от 14 до 16 миллиметров. Они известны своим красной головой. Есть морфа еще с красным брюшком. Рабочие разных размеров, от 3 до 9, до 10, если больше. Но они, вот, например, отличаются от мессеров структуров головой. У них больше округлые, так как мессер структура, то голова больше овальная или квадратная. Продолжительность жизни королевы примерно 15 лет, рабочих 2 года. Очень рекомендую им давать в начале, можно даже и местные травы, одуванчики, какая-то травы. Они так-то большие семена, в основном королева в начальной колонии будет подробнивать. Резкость на виду. Сейчас у них диапауза. То, что пишут, им не нужна зимовка. На самом деле у них в природе с конца ноября по начало марта идет зимовка. Ну, можно не делать, но нужно держать их при температуре от 15, даже и меньше можно, от 12 до 20. Им зимой примерно на 2 месяца. Им достаточно, чтобы был весной хороший рост колонии. Лед у них с сентября по октябрь. То если в основном первый рабочий, первый расплод, у них начинается с весной. Что еще можно про Виктор рассказать? Они популярны в Европе, как мессер-инструкторы в России. Хорошо, чтобы колония развивалась, им нужна температура от 24 до 28. У меня сейчас при переселении было очень много смертей. Почему? Так как это все мессеры, они почему-то очень к стрессу реагируют. То вот с компонатусом это нет таких проблем, как с ними. И еще семена можно им много не сыпать. Им вот это количество, что им насыпал, им хватает на месяц. Они заносят семена в влажную камеру, чтобы легче ее было размочить и сделать из нее кашу. Еще рекомендуется им давать даже немного меда. Но не так, как другим видам лазиуса, компонатусом, сиропы.
У меня сейчас они развиваются потихоньку. Они спокойный, не агрессивный вид. А, еще что я заметил. У всех, вы знаете, мессеры, они не очень такие бойцы, как то им живых нежелательно давать насекомых. Они больше падальщики. Да, они могут убить, но они убивают в цели защиты гнезда, а не в цели охоты. Ну, на этом с мессерами, барбаросом. У меня все. Ну, у нас еще в Италии очень распространены это мессеры иберики, это бывшие инструкторы, капитатусы, большеголовые мессеры. Капитатусы, это они, у них солдаты очень большие головы, самые большие среди европейских мессеров. И минеры. Минеры отличаются тем, что у них грудь красная. Тело черное, грудь красная. Иберик, это они больше у нас имеют оранжевый, коричневый цвет, а мессеры капитатусы полностью черные. То их перепутать очень трудно. Ну, на этом пока все.